В Новой Зеландии правоцентристская национальная партия победила на всеобщих выборах, набрав около 39% голосов. Действующий премьер-министр, лидер лейбористской партии Крис Хипкинс, признал поражение и поздравил с победой лидера НП Кристофера Люксона. Ожидается, что национальная партия сформирует коалицию со своими давними союзниками – праволибералами из партии АСТ. Популярность лейбористов сильно упала после пандемии коронавируса. Избиратели не простили им рост стоимости жизни и драконовские ограничительные меры во время пандемии.